Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сельское хозяйство – основа продовольственной, да и не только, по сути, безопасности страны. Село нас кормит. Мы с удовольствием приобретаем сельскохозяйственную продукцию, выращенную в Казахстане. А знаете ли вы, уважаемые телезрители, о мерах поддержки, которые нашему селу оказывает государство? В общем-то, они хорошую поддержку ощущают от государства. Есть такие государственные программы по развитию агробизнеса и вообще аграрной промышленности в Казахстане. Это Агробизнес 2020, насколько я помню, есть такая программа, как Сабага. Сейчас на самом деле очень много форм государственной поддержки сельского хозяйства. Этим занимается и Казагра, и Казагрофинанс, и в принципе из местного бюджета, вот, допустим, Национальная палата предпринимателей. Вообще-то известно, что много очень интересных программ, где выделяется сельскому хозяйству какие-то суммы денег для развития. Это очень даже интересно. И я думаю, что ими воспользуются обязательно люди, которые хотят развивать сельское хозяйство. Ну а если так, то вы, уважаемые телезрители, наверняка согласитесь, что помощь государства должна трансформироваться в повышение производительности. В перспективе своим продуктом страна должна накормить не только Казахстан, но и зарубежные страны. Ну и, видимо, для этого в сельском хозяйстве нужно применять новые технологии. Чтобы повысить производительность труда, улучшить условия быта, условия работы, конечно, на что, в общем-то, делают ставку и сами животноводы. Научные разработки необходимо применять в сельском хозяйстве для того, чтобы не отставать от современного мира в развитии аграрной промышленности. Есть много видов, есть много видов или направлений, которые требуют уменьшения расходов, дабы увеличить прибыльность. В какое-то время мы пошли, вот лично мое мнение, за тем, чтобы увеличивать, допустим, наши производители, вот в частности в растениеводстве, побежали за тем, чтобы увеличивать объемы получаемой продукции. Вот, например, для удобрения почвы, для того, чтобы наша продукция была качественней, чтобы было без пестицидов, чтобы урожай был больше. Для этого все эти научные разработки нужны. И, безусловно, государство фермеров одних не оставит, и в дальнейшем поддерживая их и подсказывая верное направление. За эти годы, вот в этом году 25 лет независимости сельское хозяйство я поставил на ноги, я могу сказать, оснащены техникой, да, умение работать. Сейчас развиваем мясопроизводство, как вы видите, в каких масштабах ведем. 97 миллиардов тенге только в этом году выделяется на диверсификацию, на орошаемые земли, на создание кооперативов. А подъем сельского хозяйства на качественно новый уровень во многом поможет и подъему всей страны. Ну и, видимо, само собой разумеется, что и множество других плюсов повлечет. Обеспечивать продукцией, причем чисто экологической продукцией. А сегодня со стиранием граней между селом и городом люди получают больше возможностей. Это дает стабильное пропитание стране, дешевые цены на еду, скажем так, и на качественную еду тоже дает. То есть это и есть качественная еда, здоровое население. Надежду на будущее для наших детей. То есть мы будем знать, что наши дети едят полезную продукцию, выращенную руками, органическую продукцию, мне хотелось бы в это верить. Ну и, соответственно, это, если у нас будет развитое растениеводство и животноводство, все-таки это себестоимость низкая. Наша жизнь, наше будущее и будущее наших детей. Здоровых, выросших на здоровой пище, дышащих чистым воздухом. Крепкого здоровья и дома полной чаши.